Нам открыты все маршруты! Просыпайтесь, малыши! Сегодня вместе с Хрюшей! И Антоном Зорькиным! Это утро нового дня встречает юный певец Егор Егоров! Всем привет! Егор, давай знакомиться, сколько тебе лет? Мне 7 лет. Больше всего на свете я люблю петь и выступать. А еще мечтал попасть к вам в утреннюю студию, чтобы разбудить ребят своим суперзажигательным хитом. Утро на канале «Карусель» самое волшебное, ведь у нас сбываются мечты. Поэтому мы с удовольствием послушаем твою суперпесню. Согласен, спасибо тебе за такую классную песню и такие зажигательные танцы! Как здорово, что ты не только поешь, но еще и танцуешь! Эта песня, можно сказать, про меня. Танцы — это еще мое одно увлечение. А какие танцы ты любишь больше всего, Егор? Я даже не знаю. Я просто двигаюсь под музыку. Говорят, у меня неплохо получается. Ну, тогда давайте продолжим танцевать. Егор, ты не против? Нет, мне интересно, что ты придумал. Да, мне тоже очень интересно. Хрюша такой выдумщик. Ребята, не переключайтесь. Итак, Егор, перед тобой 3 конверта, внутри которых лежат маски животных и названия танцев, которые нужно исполнить. Ты надеваешь маску и танцуешь так, как мог бы танцевать этот зверь. Понятно? Да, конечно. Тогда, Егор, скорее выбирай конверт. Так, доставай маску. Я тебе помогу. Так. Ой, кто это? Это, покажи, ребята. Лиса. Это лиса.
И тут написано, что лиса у нас будет танцевать балет. Ну-ка, ну-ка, интересно. Ой, а где Егор? Только лис. Егор, как лис может танцевать балет? Покажи. Ну, во-первых, лис очень хитрый. У него хвост, он быстрый. Вот лисичка, лис. Ну-ка. Ох! Так. Да, прыг-скок. Отлично. Так, ну-ка, теперь надо покрутиться. Крутимся, крутимся. Это балет. И что-нибудь эстетичное такое. Хопа. Браво! Ура! Молодец, снимай маску. Молодец, хорошо. Егор, доставай следующий конверт. Так, кто это? Медведь. Покажи ее ребятам, Хрюше. Так. А, медведь. А я прочитаю, какой же танец будет исполнять медведь. И это хип-хоп. Знаешь такой танец? Да. О, отлично. Ну-ка, надевай маску медведя. Превращаешься в медведя. Как медведь обычно рычит? Покажи. Да, ну а теперь медведь танцует хип-хоп. Поехали. Вот, молодец. Хоп, хоп. Отлично. Молодец. Браво, браво, супер. Справился с заданием. Снимай маску. Молодец. Тебе самому нравится? Да. Отлично. Итак, третий конверт. И это маска. Позволь, я достану. Покажу. Это зайчишка. Зайчик. Держи. Так. Так. Так, посмотрим, что будет танцевать зайчишка. О, русская пляска. Итак. Зайчик, зайчишка. Покажи быстрый, нам. Быстрый, резкий. Да, побежал, побежал, побежал. И теперь танец. Молодец. Оп, еще. Оп, оп, оп. О, пожалуйста! Чем не русская пляска? Супер! Здорово! Молодец! Снимай маску. Это было очень весело. Согласен, согласен. Ну что ж, ты побывал во всех предложенных Хрюшей образах. Тебе понравилось? Да. Это было необычное и веселое задание. И мне очень понравилось у вас в гостях. Ну тогда приходи еще. Спасибо за приглашение. Ребята, желаем вам отличного дня и прекрасного настроения! Увидимся на самом семейном канале «Карусель»!